К другим темам. 4 миллиарда тенге получили североказахстанские аграрии на весенние полевые работы через продкорпорацию. Сегодня у компании есть еще более выгодные предложения для поддержки сельхозтоваропроизводителей региона. Подробнее Гульнара Кали. Выдавать займы на весенние полевые работы в продкорпорации начали еще в феврале. Такой возможностью воспользовались порядка 160 фермерских хозяйств. 4 миллиарда тенге, которые были направлены в нашу область, освоены. Сельхозпроизводители наши оперативно отреагировали на это, понимали, что условия в продкорпорации выгодные и обратились к нам. Условия были, что финансируем из расчета 6 тысяч тенге на 1 гектар. Возврат осуществляется зерном с подставкой вознаграждения 5% годовых под гарантией социальной предпринимательской корпорации. Вернуть займы аграрии должны до 1 ноября. Предлагают сегодня продкорпорации и другую программу финансирования весенне-полевых работ. Только уже под банковские гарантии второго уровня. Здесь за 1 гектар дают 20 тысяч тенге. Возврат также осуществляется зерном по осенней цене, то есть без выплаты вознаграждения. То есть, возможно, что если цена будет выше осенью, чем 20 тысяч тенге, то мы еще будем производить доплату за поставляемое зерно. На эту программу в продкорпорации на всю республику выделили 3,5 миллиарда тенге. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.